Так, а вот следующий у нас экземплярчик, тоже из магазина Ярче, той же самой компании, с драконом, но мне он больше напоминает Крэнга из Черепашек-ниндзя. Он нам обещает жгучий ланцхой, азиатский говяжий суп с лапшой. Осторожно, с пастой ланджин. И тут написано, нарисовано, что сильно остро. Конечно, мимо я не мог пройти такого. Ну что, давайте открывать. Старый экземпляр. Вот такой у нас набор пакетиков. Кстати, он похож на предыдущий. Соус маленько по-другому выглядит. И суповая основа. Хочу попробовать соус отдельно, чтобы не прям порвало. Остренько я люблю, но не думаю, что это как-то переплюнет, к примеру, чан рамен от доширака. Ну-ка. Ну что ж могу сказать. Соус вкусный, отдает перчиком, но совсем не острый. Так что, ребята, вы еще не знаете, что такое острое. Чан рамен от доширака намного острее. Давайте запарим. Ну что ж, наш крэнк запарился. Ну что, удиви меня острым вкусом. Выглядит он совсем не острым. Такой розовенький бульончик. Вот то же самое, бич-пакет. Это у нас лучок, морковушка. А, так это перчик, походу, даже. Давайте жижик. Ну, скажу так. Кто любитель острова, практически не почует. Так, что-то там на отдалении. Слегка островатое. Но люди, которые не едят острое, для них покажется вполне пикантно. Так, лапшичка. Ну, вообще, кстати, похоже на предыдущую лапшу с курицей, которая вот эта вот страшный. Тоже слегка такая плотненькая. Ну, если вы его купите, я думаю, не обломаетесь. Вполне съедобно и остренько. Ставьте лайки. Всем пока.